Большая перемена в школе редко обходится без круга старшеклассников-курильщиков где-нибудь за углом. Это и раньше было принято, а в наше время вседозволенности стало почти легальным. Тем временем в Литве привычка к табаку в несовершеннолетнем возрасте чревата, даже если пойман с незажженной сигаретой. Вчера пенкта дрис. Пятая статья закона о контроле за табаком гласит, что лицам младше 18 запрещено не только курить, но и иметь при себе табачные изделия. Когда борьба с несовершеннолетними курильщиками в школах принимает оборонительный характер, в дело вступают полицейские и служащие спецотдела общественного порядка при самоуправлении. Те и другие в ходе рейда стараются не привлекать внимания. Ира трис категорис. Есть три возрастных категории. За лиц до 16 лет отвечают родители, либо опекуны. С 16 по 18 лет ответственность несут уже сами подростки. Работник полиции не случайно не должен показываться на экране. Отдел профилактики правонарушений проводит подобные рейды нередко, поэтому лучше остаться неузнанным. Заметим, что на территории школы курить запрещается не только детям, всем без исключения гражданам. Для тех, кто впервые попался полиции с сигаретой, ответственность номинальная, протокол и устное предупреждение. Повторное попадание влечет штраф по стоимости от 5 пачек сигарет. И далее по нарастающей. Наталья Гаврюшова, Мартина Свицбелес, Первый Балтийский канал.